Извините, пожалуйста, мы закрываемся. А, ну тогда мы завтра вернемся. Да вы не стреляйте, у меня двое детей. Да я не собираюсь. Шеф украл миллионы, а все считают вором меня. Одна особая бабенка есть, с ней любое грязное дельце угорает. Ну, мошенничество там, грабеж. 3 миллиона, деньги вперед. Деньги будут после. Обещаниями будешь кормить девочек на трассе. Подозреваемый сумел скрыться прямо с заседания суда. Это было что-то невероятное. Потом кипятком писать будешь, садись. Мне нужен личный водитель, чтобы свалить из города, это раз. Вам мне нужны деньги. Ты мне поможешь их достать. Дочка моего шефа сейчас в соседней комнате. Так ты все-таки едешь куда-то? А ты любишь совать свой нос на свое тело? Любопытство – один из главных признаков мощного интеллекта. Это кто-то из великих сказал. По-моему, Гарри Поттер. Давайте ее возьмем и потребуем выкуп. Фантастический план. Трысь! Ты же просто беглый преступник. Это твой отчим, он мошенник. Он просто меня подставил. В городе план перехвата объявлен. На всех выездах блокпосты, так что готовься прорываться. Андрей, мы с тобой как Бонни Клайд уже почти. Только я Клайд, а ты Бонни. Менопауза. Где ты ранен? Никит. Сделай ему надрез на шее и вставь трубочку, чтобы пустить воздух. Блин, ну чё? Я 1.5 часа на велике гнал. Дайте хоть отдышаться. Ты знала, что за тобой охотится? Я не думал, что этот бандос такой отбит. Что случилось с твоей удачей? Небольшой сбой. Ты что, просрал наше дело на 10 миллионов баксов вот из-за этого? Если у вас есть дети или кто-то родной, кто вам дорог, вы меня поймете. 10 лямов, сука! Очень жаль. Простите. Теперь стало немножко полегче.